В Минтруде пересмотрели список профессий, ранее запрещенных для женщин в России. Теперь им можно будет работать дальнобойщиками, машинистами электропоезда, парашютистами, членами палубной команды судов и автослесарями. Об этом пишет РБК. С 2000 года в списке недоступных для женщин работ 456 пунктов. Теперь их число сократили до 100. По-прежнему женщинам нельзя будет трудиться на химических производствах, где применяется ртуть, хлор, фосфор, ну а также водить экскаватор и бульдозер. Новый документ должен заработать в 2021 году. В Минтруде неоднократно отмечали, что тяжелые условия труда меняются, появляется современное оборудование. Ну а кроме того, новые поправки помогут сократить разрыв в зарплате мужчин и женщин.